Компания «Ключевые системы и компоненты» поздравила своих сотрудников с профессиональным праздником – Днем машиностроителя. Накануне в ДК «Металлист» состоялся праздничный концерт и награждение лучших сотрудников. Как это было, увидите в сюжете с места событий. В холле Дворца культуры «Металлист» собираются специалисты сферы машиностроения компании «Ключевые системы и компоненты». Компания КСК организовала настоящий праздник для своих сотрудников. За 2 года работы компании, а КСК основана в 2017 году, имеет большой успех. Сегодня она осуществляет оперативное управление более чем 20 предприятий по всей стране. Самое большое количество предприятий КСК сосредоточено именно в Твери. КСК сегодня это не просто управляющая компания, не просто холдинг, а это единая производственная компания с единой стратегией, целями, коллективом единомышленников. Сейчас мы занимаем действительно значительную долю своего домашнего рынка, рынка железнодорожного машиностроения и обеспечиваем большую часть комплектации для предприятий Трансмашхолдинга. Сегодня в компании заняты почти 5000 человек. КСК ценит высокоинтеллектуальный, тяжелый и благородный труд своих сотрудников. Регулярно они проходят обучение. В ближайшее время на базе КСК появится собственный учебный центр. Компания КСК активно развивается и достигает высоких показателей в области машиностроения. Но планы еще более амбициозные. Планы нашего развития – это освоение сопутствующих рынков. Нам представляется неправильным находиться исключительно на железнодорожном рынке. Мы хотим осуществить трансфер наших технологий в смежные рынки, такие как судостроение, такие как общественный колесный транспорт, оборонная промышленность и прочее. На торжественном мероприятии сотрудников компании «Ключевые системы и компоненты» наградили ведомственными наградами за их вклад в развитие компании и отрасли машиностроения в целом. После состоялся праздничный концерт и фуршет для специалистов.